Борис Тизенгаузен, политтехнолог, присоединяется к нашему эфиру. Борис, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Борис, те телодвижения оккупантов на временно оккупированном украинском полуострове Крым, которые мы сейчас можем наблюдать, к чему это все? Ну, просто в последнее время вот эти траншеи, окопы, пирамидки, все что угодно, то, что они выстраивают в качестве так называемой заградительной линии, они ведь не спасают от неопознанных летающих объектов, которые то и дело взрываются на территории военных баз оккупантов. Да, действительно. То есть я так понимаю, что есть еще, ну, как говорится, местные власти, которые пытаются периодически рассказать, как они укрепили собственные веренные им оккупированные регионы. Точно так же, как, например, губернатор Брянской области 3 месяца назад вещал, что граница на замке, муха не пролетит, и тут, значит, какие-то люди вооруженные заходят и уходят тогда, когда им заблагорассудится. То есть для россиян следует понимать, что никакие пирамидки, никакие окопы на пляжах, ну, их как минимум не защитят. А вот местным властям нужно показать, центральным властям, что бюджеты освоены, а бюджеты выделяются приличные. Поэтому как бы грабь награбленная, как говорится. Пытаются на всем скроить сейчас денег, особенно в Крыму, понимают, что, скорее всего, им недолго там осталось царевать. Поэтому, да, осваивают бюджеты. Ну и плюс, я как человек, который родился в Крыму, мне как бы довольно, ну, сложно, наверное, смотреть на то, как уродуют пляжи Крыма, на то, как Крым, ну, уже даже не постепенно, а семимильными какими-то шагами милитаризируется, изрывается вот этими траншеями, окопами, на Чангаре там какую-то условно эшелонированную оборону готовят. Опять же, вы, россияне, рыли окопы и вокруг Херсона, вы рыли окопы и в Харьковской области. Где вы их только не рыли, и что, они вам сильно там помогли? Не сильно. То есть рекомендую им рыть окопы не глубоко, чтобы быстрее было просто смыться оттуда и проще. Ну а те, кто действительно решил покопать окопы и пытаться там кого-то от кого-то защитить, вот эти пусть роют глубоко. То есть нам меньше придется выкапывать, как говорится, могил для них, они там и будут похоронены. Жалко, конечно, крымские пляжи, но ничего не поделаешь. Оккупант вот такой нам достался. Слушайте, ну вот интересно, кстати, к вам, как к крымчанину, получается, вопрос, Борис. Вот я сейчас открываю местный сайт керченской власти. Написано, что желтый уровень террористической опасности. Всех предупреждают быть сегодня осторожными на улицах Керчи и вообще всего этого региона. Далее, новости Крым. ВСУ хотят блокировать Крым при помощи истребителей F-16. Оказывается, мы это не знали. И речь идет о том, что Украина заявила о планах блокады Крыма на истощение. Слушайте, ну крымчан так запугивают пропагандисты. Случайно ли это? Вот вы как политтехнолог, как можете оценить вот эти месседжи? И главное, а как их крымчане для себя воспринимают? Вот такие новости. Начну с конца. То есть крымчане разные есть. Есть и те, кто радовался, там, скакал, сжигал украинский паспорт, не без этого. И тут, кстати, много вопросов и к предыдущим нашим президентам, которые просто-напросто закрывали глаза, на, например, на Лужковскую программу. Программу бывшего мэра Москвы Лужкова, когда российские военнослужащие, которые служили на Черноморском флоте, в Крыму, они, выходя на пенсию или уходя с этого Черноморского флота, получали квартиры. И там были построены в Севастополе, например, целые микрорайоны российских, для российских военнослужащих. То есть, по большому счету, наводнили кадровыми военными Крым и оставили их там, значит, в спящем состоянии. В итоге, когда вот эти зеленые человечки появились, они радостно, там даже, ну, собственно, не нужно было людей на улице выводить некоторых, они уже там были, потому что это были российские военнослужащие. Поэтому крымчане разные бывают. Есть несколько человек, с которыми я общаюсь, которые, ну, просто решили бежать из Крыма, потому что уже дальше там существовать так как это есть сейчас, невозможно. А некоторые уже сбежали. То есть крымчане абсолютно разные. Для чего вбрасываются всякие фейки про Крым на истощение и так далее. То есть это та же линия, которую центральная пропаганда продвигает, что если мы не победим, то мы все умрем. То есть вот если мы Крым не защитим, то вы здесь умрете с голода. Конечно же, этого не будет, но крымчан этим пугают. И плюс я прекрасно понимаю, что сейчас уже, кстати, вот сейчас пошла еще одна волна, это уже по
данным моих знакомых, пошла еще одна волна, когда вот эти коллаборанты, российские военные, силовики, прокуроры, которых туда навезли, они начинают продавать недвижимость и вывозить свои семьи оттуда из Крыма. Это еще одна волна. Несколько этих волн было. Последняя массовая была, когда неприятности с Крымским мостом случились. Вот тогда тоже начали продавать, и сайты по продаже были переполнены. Просто там продавали уже даже ниже рыночной. Сейчас еще одна волна. Все понимают, что Крым в скором времени, скорее всего, будет... Ну, в скором, в плане хронологии всей войны, в скором времени будут освобождать. Поэтому большой привет коллаборантам. Бегите сразу, ищите себе место в Воронеже, в Сызрани. Там вам будет спокойнее. Борис, по вашим собственным наблюдениям, по той информации, которая имеется у вас, по той аналитике, с которой вы встречались, среди западных государств есть ли те, для кого не все так однозначно с украинским Крымом? К сожалению, есть. И такие, ну, я не говорю сейчас на уровне глав государств, там все примерно единогласно, да, Крым — это Украина. А вот на уровне политических сил существует приличное количество и правых, и левых, которые так или иначе россиянами финансируются в Европе, которые постоянно продвигают тезис о том, что до сих пор продолжают, точнее, что Крым — это та самая красная линия. Что вот не дай бог Украина решит вернуть себе Крым, Путин сразу же нажмет кнопку. Понятно, что у них задача такая — запугивать, и понятно, что на ядерный шантаж все меньше и меньше ведутся наши европейские партнеры, и заокеанские тем более. Поэтому я думаю, что есть такие, конечно, есть. И акции вот эти всякие дебильные с триколорами, автопробеги, и просто не давайте Украине оружие, тогда война закончится. Это все есть. Единственное, меня радует, что у меня есть много знакомых в разных странах европейских, и в том числе и в Латвии, и в Литве, и в Эстонии. Так вот сейчас сильно не церемонятся с организаторами подобных акций. Депортируют из Германии, я уже молчу про Латвию, Литву, Эстонию. Организовал акцию — до свидания. Сколько ты там жил, никого не интересует. Поэтому вот это действенный метод. И россияне, которые сидят в Бельгии, в там, других, во Франции, и вещают, что Путин, приди, и неплохо было бы там эту Францию разбомбить, их очень быстро сейчас сдают куда следует. И поэтому они немножечко поприкрутили свои микрофоны. Я хочу вас спросить, кажется, о очень важном вопросе. Мы его сегодня поднимали в эфире. Речь идет о европейской интеграции Украины, о том выходе, который мы должны получить после украинской победы, о вступлении в Европейский Союз, в первую очередь. Президент Европарламента Роберто Мацола призвал Евросоюз уже в этом году начать переговоры о членстве. Об этом она заявила во время своего визита в Украину. Они там с президентом Владимиром Зеленским во Львове общались. Я ее процитирую. «Когда мы говорим, что Украина — это Европа, а Европа — это Украина, это означает, на прикладном языке, что переговоры о вступлении должны начаться как можно скорее и, надеюсь, уже в этом году. Будущее Украины в Европейском Союзе», — отметила она. Скажите, пожалуйста, вот какие проблемы по вступлению вы видите в Европейский Союз для Украины? Конечно же, кроме войны, кроме того, что мы все должны победить и после этого действительно поменять что-то в юридическом статусе о нашем вступлении. Ну, проблемы я вижу следующие. Ну, во-первых, сегодня, кстати, еще одна новость. Премьер-министр заявил, что мы все пункты выполнили, которые от нас требовали. Надо еще аудит, конечно, провести, но склонен доверять этому сообщению. Какие проблемы могут быть? Первая проблема — это коллегиальное голосование. То есть все должны сказать «да», но мы же понимаем, что есть Венгрия, например, что есть там ряд других стран к власти за это время, в которых могут прийти, там, может, не очень лояльные к Украине. Хотя мне это сейчас кажется таким довольно фантастическим сценарием, но все возможно. Поэтому мы помним прекрасно, как Турция, например, препятствует входу Финляндии и Швеции в НАТО. Мы помним прекрасно, как Македонии пришлось менять название на Северную Македонию, чтобы стать полноправным членом европейской семьи. Поэтому много вот таких моментов, которые сейчас уже на стадии зондирования, на стадии аудита, можно оккупировать или даже решить. Вот мы должны для себя выписать эти проблемы и не вести политику агрессивной дипломатии. Ах, эти там конченое венгерское правительство, мы, значит, дожмем. Нет,
мы должны сразу же нарисовать карту, дорожную карту решения вот этих препятствий на нашем пути в Европейский Союз. И мы должны их решать. Да, нам придется находить консенсус, в том числе и с венгерским правительством. Поэтому сейчас этим мы уже должны заниматься. Дальше, как закончится война, мы с вами тоже не знаем. И когда она закончится. То есть, возможно, некоторые территории, я надеюсь, так не будет, но может быть, какая-то территория останется, вот по мнению некоторых европейских чиновников, спорной. Хотя все оккупированы россиянами территории, это Украина. И тогда начнут, значит, говорить о том, что Россия, кстати, начнет очень массированно продвигать этот тезис. Как вы можете принимать Украину в европейскую семью, если мы непредсказуемые маньяки, мы завтра опять придем и чего-то там сделаем. А вы уже должны будете как бы, ну вы не НАТО, конечно, но Европейский Союз уже что-то должен будет решать. Поэтому достаточное количество проблем и плюс наши внутренние проблемы. Давайте про них не будем забывать. То есть нам нужно эффективно, прям закатав рукава, бороться с коррупцией. Понятно, что коррупция есть во всех европейских государствах. Но коррупция, которая есть у нас, которую не искоренили, не просто не искоренили, удобряли, наверное, за все годы независимости Украины, мы с ней должны разобраться. Здесь должно быть жесточайшая и кадровая политика в том числе, и жесточайшая, ну, наверное, политическая воля, если хотите. А причем, хотя какая политическая воля? И не должно быть никакой политической ответственности. Должна быть исключительно уголовная ответственность и неотвратимость наказания. Понятно, что это нас от коррупции не оградит. Понятно, что в Китае смертная казнь за это, есть серого воруют. Но мы максимально должны приложить усилия для того, чтобы с этим недугом в кратчайшее время, ну, как минимум, в большей степени покончить. Начали нашу беседу с украинского Крыма и о том, что все еще существуют среди западных государств те силы, которые там имеют место быть, и для которых этот вопрос не так уж и однозначен. Да? А что касается европейской интеграции Украины, много ли тех, кто также считает довольно неоднозначным вопрос о том, что Украина — это Европа? Какие главные доводы этих сил? Ну, как раз считают, практически все считают, что Украина — это Европа. Наверное, я чуть перефразирую, почему не считают. Не считают, что Украина в опасном соседстве с непредсказуемой Россией может быть проблемой для Европы. Наверное, вот так. Хотя, опять же, оглядываться на Россию и принимать решение, принимать Украину в Евросоюз или нет, это как минимум глупо. Потому что есть страны, которые меньше нас, у которых армия меньше, они уже в Европейском Союзе, они тоже недалеко от России находятся. Поэтому это, наверное, не должно стать определяющим фактором. Я думаю, что после войны вопрос о том, может Украина, не может, мне кажется, стать членом Евросоюза, должен вообще отпасть. Почему? Потому что сейчас Украина фактически является поясом безопасности для всего Европейского Союза. И всего лишь передавая нам оружие или передавая нам часть финансов, на возвратной, кстати, основе, Европейский Союз ограждает себя от маньяка 21 века. То есть Украина, она не просто заслужила быть в европейской семье, она выбрала себе это право в отличие от некоторых других уже действующих членов Европейского Союза. Борис, хочу вас спросить о том, как в России ищут виновных в поражении. Очень активно этот процесс идет. Евгений Пригожин, который, кажется, вот открыл рот максимально широко по своим возможностям на этой неделе, сказал, что отступление его войск от Бахмута разрушит весь фронт. Потом Россия просто обвинит наемников ЧВК «Вагнер» в поражении в войне. Более того, он сказал, что это войдет в учебники истории, и вот после их выхода из-под Бахмута Украина максимально быстро освободит Луганскую область, в том числе, не помню, правда, говорил ли он про Крым. Ну, в общем, мы выйдем к нашим границам 91-го года вот просто так, без ЧВК «Вагнер». Скажите, что происходит в России с точки зрения вот вброса подобных месседжей? Действительно ли они нащупывают какие-то больные места, на кого повесить? Или это не больше, чем игра между военными преступниками?
Я думаю, что никто ЧВК «Вагнер» в провале не обвинит, потому что к моменту завершения войны от ЧВК «Вагнер» не останется ничего абсолютно. Кроме ЧВК. Кроме названия, да. Потому что осенью 50 тысяч наемников, которых навербовал Пригожин, сейчас превратились там максимум в 1000 в 10, а может быть и того меньше. И Пригожин, конечно, набивает себе цену. То есть Пригожин не так туп, как выглядит, простите. Он обзавелся целой армией информационных ресурсов, журналистов, политтехнологов. Он периодически набивает себе цену. Понятно, что у генералов армейских такого арсенала информационного нет. Может, они бы тоже там, вот у Гиркина, например, частично есть. Поэтому Гиркин тоже периодически выходит и апокалиптические сценарии рисует. Если не объявить мобилизацию, мы все умрем, мы сдадимся, Россия сдается там и так далее. Так и есть. На самом деле так и есть. Россиянам следовало бы прислушаться к этому, потому что в объявление войны Путина масштабное я не верю. Он не будет этого делать по одной простой причине. Я имею в виду для того, чтобы там мобилизацию как-то стимулировать. По одной простой причине. Когда Путин, если вдруг объявит войну, то дальше уже в войне два сценария возможны. Либо победа, либо поражение. Победы Путину не видать, мы все это прекрасно понимаем, даже его ближайшее окружение понимает. А вот так называемая спецоперация – это история, которую всегда можно стопнуть в любой момент, сказать «стоп, мы завершаем спецоперацию, цели выполнены, до свидания, все земли оставляем Украине». Даже так можно. Поэтому Путин полномасштабную войну не объявит. Но Путин попал в ловушку с пониманием рядовых россиян, как вообще должна выглядеть победа. Путин сам своими руками эту ловушку создал. В чем она заключается? В том, что Путин, как и его придворные пропагандисты, они очень часто начали проводить параллели между этой войной и Второй мировой войной. Он же там, этот немецкие танки опять с крестами против нас. А когда они начали это делать, у россиян, соответственно, возник образ победы, которая там была. То есть они ждут победы с разгромом армии противника, с взятием Рейхстага и так далее, и так далее, и так далее. Этого быть не может. Это фантастика, это никогда не будет. Но они себе такую победу нарисовали. Если спросить сейчас россиян на улице, как вы видите победу, они так именно и скажут. Мы всех побили, уничтожили, мы такие молодцы. А это невозможно. Как Путин будет продавать поражение под победу? Сказать сложно сейчас. Но опять же, мне кажется, ему плевать вообще, как россияне это будут воспринимать. Кто-то их вообще спрашивал перед мобилизацией или перед закрытием частичных границ. Никто их не спрашивает. Поэтому россияне будут сидеть тихо, молча. И они уже сейчас бросают в информационное поле тезисы о том, а в Иране-то неплохо живется, Иран под санкциями. И нам неплохо было бы так. Ну, то есть, я думаю, что россиян ждут очень унылые ближайшие лет 20. А тут самое интересное, мы не только можем говорить об этом, мы в скором времени увидим, как россияне будут реагировать на поражение Российской Федерации и как дальше будут развиваться события. Увидим это и сможем еще обсудить не раз. Борис, спасибо большое. Борис Тизенгаузен, политтехнолог, был с нами на прямой связи.